Это тоже, наверное, всем уж надоело. Ну, всем привет, ребята. Привет. Мы уже трижды снимали обзор Magnum, но у нас не было DJI Pocket, вот этой камеры, на которую мы сейчас снимаем, поэтому мы решили на всякий случай снять еще раз. Не знаю, увидите вы это видео, не увидите, но мы на всякий случай поснимаем. Лига чемпионов. Привет. Возьмите, пожалуйста, талон. Вложите свои вещи в камеру хранения. Что у нас, Нутелла, да? Со скидкой. Мы же на диете, нам не надо. Да. Нам надо сесть на диету. Поэтому стаканы, все. Да, у нас есть. Так, порошки со скидкой 6 килограмм 3260 тенге. Вернель. Так, туалетная бумага у нас есть со скидкой. Нет? Пока не вижу опционный. Нету. Вернель. Кондиционер для белья 675 тенге. Тут у нас сколько? 1820, почти двухлитровый, 675. Дешевле такой можно взять. Большой. Ну давай. Ну, возьми. Ароматерапия как раз выгодна нам со скидкой. Ну, другого. Сейчас мы еще посмотрим, что у нас есть со скидкой. Что возьмем, приобретем. Добрый день. Добрый. Так, здесь у нас есть салфетки. Салфетки бумажные у нас сейчас пока без акции. Так. Также есть здесь у нас разные подгузники, хаггисы, влажные салфетки. В ассортименте памперсы 555 тенге. Ну, действительно, со скидкой. Далее у нас идут хлебобулочные изделия. Так, разные печенюшки. Очень вкусные песочные печенья. Я только могу их на них смотреть. А так вот решила сесть на диету. Не знаю, получится, нет. Так, круассанчики. Выпечка у них супер, мне нравится. Круассаны все вкусные, свежие всегда. Далее. У них идет свой хлеб. Очень вкусный. Булочки. Печенье Барни, бисквит. Киткат, Несквик. Несквик в ассортименте. 485 тенге. Сколько у нас тут, кстати? Грамм. А, 186 грамм. Ну, сколько выгодно. Надо смотреть. Батончик Сникерс 205 тенге. Ну, мне кажется, выгодно. Две штучки детям возьмем. Детям, не мне. Так. Нескафе. 150 грамм. 869 тенге. Со скидкой очень дешево. Сейчас у них идет акция. Мне она очень понравилась. Я уже покупала такую пачку кофе. Сейчас у них идет акция. Здесь вот акция. Получается, код внутри пачки. Этот код отсылаешь. Вот здесь вот написано смс. Вот для Казахстана есть и для России. Ну, для Казахстана. И тебе действительно приходит на счет деньги возвращаться. Просто я брала большую пачку 250 грамм. И там мне пришло на счет 500 тенге вернулось. Так что, кто хочет сэкономить, может получить. И плюс еще пачку можно сохранить. В конце там разыгрывается приз. Да, суперприз. Так, далее у нас мы продолжаем также полочку хлебобулочных изделий. Выбор в Магнуме очень большой, изобилие большое. У них не только своя выпечка, но также есть и привозная, кто хочет. Вот разные.
Так, также у нас здесь идет, что грибы Ларада. Тоже со скидкой. 925 тенге железная банка. Мне кажется, это очень хорошо, выгодно. Но они резаные. Далее у нас идет паштет из гусиной, говяжьей печени. Стоит 339 тенге. Так, здесь у нас... Да, мы это должны обходить стороной, но показать мы можем. Так. Также кулинария от Магнума. Здесь у нас разная икра получается. Вот, вот это. И на нее сейчас скидка. Берем. Да. Сейчас посмотрим срок годности. И до... до получается 4 августа, да? Первое число пишется? Или месяц? Смотря ну, как. Да, до августа. Так, и у нас получается, сейчас сравним штрих-код. 2041-56, вот 2041-56, правильно, на него акция. Одну. Одну. Ну, две, ладно, возьмем. С копченым лососем. Так, что у нас еще есть? Яйца. Яйца мы уже купили. Яйца всегда свежие в Магнуме. Здесь тоже. Как и все остальное. Угу. Так. Мы по акции взяли. Далее у нас идет майонез. Майонез классический Махеев. Так, акция у нас сейчас на майонез. Три желания. Провансаль классический. А, вот, вот этот получается. 270 тенге. Выиграю кухню мечты. Получается, что у нас тут тоже какая-то акция идет. Найдите промокод под колпачком на дозаторе. Зарегистрируйтесь. Призы 15 тысяч денежных призов на телефон. И главный приз 1 миллион тенге на упаковку. А, на покупку кухни мечты. Период акции с 15 июня. А, уже прошла. С 15 июня 2018 года. По 31 августа 2018 года. Но скидка осталась. Скидка осталась. Да, срок хранения тогда сколько? Ладно, и так вам спасибо за скидку. Я всегда люблю такие акции разные смотреть. Действуют они или нет. И смотрю, если вот акция по в порыве... 859 тенге. Берите. Так, далее у нас идет... мясная продукция. Так. Куры. Ну, вернее, разные крылья, бедра, голени. От курицы. Далее у нас идет говядина. Все свежее. Так выглядит аппетитно. Колбасные изделия и замороженные куры. Маленького цыпленочка возьмем. Угу. Латаукус недорого и хорошая продукция, мне нравится. Так, надо самим взвешивать получается. Надо самый маленький взять по ощущениям. Вот, вот это точно. Так, номер 46. Пойдем, я взвешу. Так, номер 46. Мы выбрали правильно. И у нас вышло на 885 тенге. Как раз нормально, надо взять пакетик сейчас. А то у меня, подержи-ка, руки заморозятся.
Так, это взяли. Давай посмотрим сливочные масла. Мне так нравится эта полочка. Тут маргарин, масло разное. Нужно выбрать какое-нибудь. Все самое диетическое. Не говори. Все самое диетическое. Нужно выбрать какую-нибудь. Вот Золотые горы очень хорошие. Сахарома. Это масло. Крестьянское особое. Найти бы еще цену на нее. На это масло Закрома. А, я же хотела же это топленое масло купить, кстати. Вот, я вспомнила. Они же хотели картошку. Но сейчас будем смотреть. Увижу, нет. Шоколадное сливочное масло. Президент. Далее. Золотые горы. Масло Золотые горы стоит 885 тенге. Как само золото точно. Петропавловская. И крестьянская 495. Наши продукции надо брать. Ну, Казахстана в смысле. Так, нормально все. Теперь нам нужно найти топленое масло. Топленое. А вот это масло у них скидка. Крестьянское маслодел. 72%. Тоже хорошее. Ну, одну хватит пока, я думаю. Фарш нежный, магнум. Так. Майонез, сметана. Ты видишь где-нибудь топленое масло? Вряд ли будет топленое масло. Ну, в тех, ну, это тоже же морозильник замороженное, поэтому. Кстати. Можно тесто слоеное взять. Думаю, одно пока, да, хватит. Потом приготовим. Мне нравится это тесто, с него можно... Сколько здесь килограмм? Нет, здесь сколько? 500 грамм, кажется. Стоит? Так, а точно, Тазас Алмагы, 1000 килограмм и стоит 265 тенге сейчас со скидкой. Выгодно как раз. И тесто действительно проверенное, вкусное. Так, картофель фри замороженный не надо нам. Так... Здесь замороженная продукция тоже не нужна. У нас все это есть. Вот наша корзинка. Так. Топленое масло мы пока не нашли. Классический. И возвращаемся вновь к маслу. А как оно выглядит, топленое масло? Ну, в баночках обычно оно. Ну, типа вот как от майонезных. Вон. А там я посмотрела шоколадное. Ну, если что, еще этот можно будет там, где масло подсолнечное. Может, туда поставили? Посмотрим. Здесь также огромное количество фрукта, я вижу. Нужно как-нибудь собраться и отправить всем нашим активным зрителям. К сожалению, никак пока времени не хватает, там куча монтажа. Ну и приятные семейные бытовые фишки.
Так, ты мне сказал 2,5% взять или 3,2%? Разницы нет? Да, я 3,2%. Угу. Они в твердой упаковке? Да, да, я поняла. По ну, посмотрим. Потому что на них сейчас пока скидки нет. На эту продукцию, ну, ждем. Так. Кефир хочешь? Нет. Я ж компот сварил вчера, я забыл. Я видела, просто ждала, думаю, остынет. Ты сегодня это, сахар положил? Нет. Легкость. Витамины счастья с пребиотиками. Шубат классический. Это классические, они это не сладкие, а как сметана получается. Вкусно их взбивать, можно добавлять. Можно, кстати, взять 8 марта до 22 марта. Вот это что такое? Верблюжье молоко. С верблюжьего молока, да, оказывается. Молоке, ничего себе. Поэтому я и говорю. Какое у нас есть? Ну. Ну вот, приезжайте к нам в Казахстан. Армия Чингисхана победила благодаря кубкам, потому что на 2 недели армия шла, питались исключительно кубкам и молоком. Сыр Чечил Барака. Многочисленная армия, которая не требует проверки. Смотри. Новый сыр с перцем, получается, появился. Вот, Чечил Барака. Казахстан производство. Поддержим отечественного производителя. Угу. Это рассольный. Рассольный, как понять, соленый или не соленый? Рассоленый. Рассольный. Как рассол. Ну, рассол тоже разный бывает. Ну. Ну. Так. Пока меня к нему не тянет, так что пока отложим в стороночку этот сыр. Так, далее у нас идет сметана. Сметана, 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 скидки, сметана. Скидки, скидки, скидки. Осторожно. Везде, да, скидки, скидки, скидки. 277 тенге. 15%. Да, сметана очень вкусная. Мне, кстати, нравится. Фудмастер. Сайрам Суд тоже. Так. Что у нас есть? Биос. Акция, кстати, на Биос сейчас. Активия тоже. Провансаль при желании. Тебе что-то нужно здесь взять? Или мы здесь исключительно ради обзора? Нет, это просто надо я. Взять? Да, вот я то хотела сказать. Деньги. Надо посмотреть, то есть хочу ли я, как человек обычно покупает карту. Он глазами смотрит и хочется, вот это хочу, это куплю. Или, ой, это не хочу, не тянет. Так, сейчас выберем йогурт, да, какой-нибудь. Сейчас посмотрим. 7,5% альпенголь, клубника, малина. Сливочный. Клубника. Сливочный, малина, клубника. Киви, крыжовник, вот это вот. Один такой возьму, все по 73, акция. Ты вот как выбираешь йогурт? По каким критериям? Ну вот две одинаковые цены, какой ты выбираешь? Имеешь в виду вкус или фирму? Вообще, да, фирму. Ну, допустим, и цена, и фирма играет роль. Допустим, Альпенленд, я до этого покупала, пробовала, мне понравилось. И еще жирность смотрю. Если жирность больше, значит он гуще. Но кому-то нравится жидкий. Вот такой вот, допустим, Альпенленд 03. Он очень жидкий, как водичка. Ну, на мой, мне именно, мне не нравится, на мой взгляд. Так смотрю. Не для диеты. Да, то есть не для диеты. Надо диету держать. Шашлычная, бешбармачная диета. Да. Так. Еще какой возьмем? Так. Вот этот. Я хотела еще посмотреть нежный. Ты видишь нежный? Фирма нежный. Нет, не вижу.
у Слада. В прошлый раз мне не понравилось. Это что, грек? Йогурт, грек, фудмастер, йогурт. Греческий, оказывается. Греческий грек, поэтому клубника, банан есть с орешками. 130 грамм стаканчик. В этих 95. Дольче. Данон термостатный. Биос. Биос не будем брать, да? Будем пробовать йогурт грек. Давай попробуем. Спусти, там есть какой. Йогурт, вода, песте. Миндаль, фисташки. Ну, тоже от фудмастера. Кукунай. Наверное, густой. Прям так. Густой, скорее всего, как раз. Все, пока хватит. Где наша тележка? А здесь йогурт. Простишка, нежный. Сырочки будем брать? Цену опустили. Смотри, 397 было 400 щепки. Да. Было 400 щепки. Сырки еще хочешь? Не знаю, брать не будем брать этим. Так. Анисима. Там один зритель просил задержаться на алкогольном ряду. Ну, посмотри пока. Сейчас я поставлю. Нет, потом вместе пойдем. Тачку надо пригнать свою. Здесь вот разные со вкусом пива. Карми, черри, вишневое. Пиво Тубор 215. Пиво Бавария 189. Пиво Крон, вот это бленд, 309. Смотри выше, а то внизу не увидишь, да? Это касается меня. Пиво, закуски вот, разные, сухари. Вот это, ребята, не покупайте никогда в жизни. Если вы попробуете, вы не сможете оторваться. О, поэтому покупаем. Хрустим, а ты думаешь, что это такое, сухарики? Буженина с французской горчицей. Сухарики 133 тенге. Так. Далее у нас что есть? Далее у нас алкогольная продукция, да? Грешный ряд для кого-то очень интересный. Я мечтаю попробовать джин, но он очень дорогой. Какой джин ты хочешь попробовать? Вот этот Бомбей, джин Бомбей. Вот этот? Угу. А то думаю, этот, как его, какой-то джин же ты пробовал? 47% алкоголя в этом джин Бомбей. Текила подорожало все. Мне вот интересно, почему алкоголь законно, а другое незаконно. Что у нас, скидки идут? 0,7, 3, почти 4 тысячи, это 0,7, да? Да, 0,7. 10 600 за литр, ё-моё. Кто-то пьёт такое. Коньяк. 1427, но это уже, конечно же, не коньяки, это там. Ну, коньяк, это
сравнивают с виски тоже. Просто все выдержка, да, смотря какая. Угу. Нет, там они чем-то отличаются. Ну, вкусовые, конечно, разные. Там у тех те, у нас ты другие. Ты прям как специалист. Light. Ленина масло 399. Так, ананас 1099 кольца. Так, разные тут у нас консервы. И наш любимый дунец. $745 Поднялись, вот, да? Сейчас опять акция закончилась. Акция закончилась. Надо когда акция брать? Да, мы успели 4 баночки по акции взять. Печень трески натуральная. Все, пойдем. Угу. Сейчас посмотрим еще. У нас маслины, оливки. Имбирь. И пойдем. Такое разнообразие, изобилие. А, кстати, я, знаешь, хотела в Магнуме поискать муку вот эту вот, льняная и тьминная, помнишь? Пойдем поищем. Да, вот, где это следующий ряд, кажется. Где. Сейчас вспомнила. Да, это здесь надо будет смотреть. Простая мука в этих, соль. Масса, нежная соль, машка, речка, фасоль цветная. Ну, мы можем, в принципе, превратить вот эти крупы в муку, это просто через блендер нужно будет перемолоть. Мистраль, крупа, гречка 545, горох 417. Мистраль, все это у нас. Может быть, вот там? Да, сейчас везде посмотрим, не знаю, здесь пока нету. Кетчуп Бон Аппетит. Кетчуп классический. Казахстан. Сейчас на них у нас получается акция. $193. Так, пшеничные хлопья. Хлопья овсяные. Гречневые. Все это хлопья идет пока. Хлопья. Гречневые, овсяные, хлопья, хлопья, хлопья. И быстро в каши. Нет, здесь нету муки. Лучше по-домашнему с курицей. Надо в корейский магазин заехать. Ну, что ты хотел? Давно мы не были там, да. Ладно, две штуки возьмем. Я хотела ролтон взять, а ролтон что-то нету. Она у. Там да это? Детям. Так, что еще у нас есть? Так, грибы, которые нас не интересуют.
ряды, да? Типа не интересует? Да, типа не интересует. Хотя оно сладкое. $195. Ну, вот, вот это вот палочки такие вкусные. А в корейском магазине 500 тенге. Потому что это идут с Кореи, да. А это местного производства. Возьми камелью хочу. Какие возьмем? Два раза возьмем. Здесь типа два, вообще еще есть 4 вида. 195 тенге. Дешево. Давай посмотрим, что у нас здесь еще из печенья. Шокопай 495, большая пачка. Печенье Бельвита 445. Когда была акция, 345, что ли, мы покупали. Да, они когда появились, они стоили 1500. Да, 1000. Потом все дешевле и дешевле. Печенье Смиральда. Альбини. Да, но здесь неинтересно, а пойдем на следующий ряд. Мы можем, кстати, посмотреть шампуни. Там акция есть, нет? Или... Кофе. Кофе и чай. Ну, кофе мы вообще брали. Пока акции у них пока нет. 1200 с чем-то, да. 1287 мы взяли, 1299. Ну, на чуть-чуть. Ну, там тоже акции не было, и здесь акции пока нет. Мы ждем акции. Следующий ряд нам надо, посмотрим. Здесь разные кофе, одноразовые пачки. 3 в 1, Фрима 813. Принцесса Нури, мед. Чай пиала, акция. Промо-набор чай пиала, гол 250 грамм, плюс 8 пачек в упаковке бесплатно. Краска. Идем. На, кстати, на краску для волос сейчас акция идет. 505 тенге, что гарнир, что там какой-то есть профессиональный. Здесь дешевле чуть-чуть. В основном везде по 650, по 600 продают. Так, у нас здесь идут зубные щетки еще. Бальзам ополаскиватели. То, без чего можно обойтись. Да. Нет, без щетки, конечно, не обойтись, но они у нас есть. Ну, на щетки пока есть, нам нужно посмотреть на шампуни, есть у них акции, нет? Пока акции нет, будем ждать. 1219 клея. Пойдем, да. Там дальше еще есть ряды с гостоварами, с канцелярскими товарами, носки, цветы и все прочее. Столько рядов, но пока мы все это обойдем. Я устал снимать, а вы тем более устали смотреть. Смотреть, да. Nestlé Chocarella, какой-то новый крем, паста. Ну все, в общем, вот наши покупки. Сейчас мы выключаем камеру и идем покупать джин Бомбей. Без камеры, да? Мы пойдем отстаивать очередь.